Владимир Путин прибыл с визитом в Узбекистан. Президент России проведет переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиёевым, а по итогам планируют подписать ряд совместных документов. Затем оба лидера примут участие в открытии первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. И кроме того, Путин и Мирзиёев в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства первой в Узбекистане атомной электростанции, а возведут ее по российскому проекту.